Если в вашей теплице очень жарко, из-за чего растения начинают сохнуть и гореть, томаты опускают макушки и сбрасывают соцветия, значит, пришло время закрыть теплицу специальной затеняющей сеткой. И теперь лайфхак от Светки. Размещайте каждое полотно друг за другом и скрепляйте их между собой клипсами для подвязки растений. А к торцам теплицы прикрепляйте сетку с помощью обычных прищепок. Защищайте свои растения от палящего солнца, и они отблагодарят вас обильным урожаем.